Бывший нападающий Арсенала Иэн Райт сравнил две команды из Манчестера. Если Юнайтед и Сити выйдут друг против друга и сыграют на полную мощность, это будет прекрасный матч. Если вы посмотрите на игроков Сити, то увидите, что они находятся на одной волне. А если вы посмотрите на Юнайтед, то увидите прекрасных футболистов, каждого индивидуально, эти футболисты ничем не хуже, чем футболисты Сити, но они не коллектив. Если бы кто-то мог собрать их вместе так, как это сделано в Ман-Сити, то, я думаю, Ман Юнайтед мог бы выйти на уровень своих соседей. Если они поменяются тренерами, Юнайтед играл бы точно так же, как Сити, потому что этот клуб располагает игроками, которые подходят Гвардиоле. Пеп не играл бы тот футбол, который команда показывает при Моуринью, цитирует Райта Скай. В 1/8 финала Лиги Чемпионов Мю вылетела от Севильи 1-2 по сумме двух матчей, в турнирной таблице АПЛ Мю отстает от Сити на 16 очков. Для чемпионства Гвардиоли достаточно двух побед. Будь в контакте с